гуаша. Today we're doing гуаша. Chinese гуаша with shells as well. As well as this. Today was used a special bomb cream, which is very nice. Feeling good? В первую очередь область почек, область сердца, но вы все видите, что
shells. He didn't buy coins, I didn't buy shells. Здесь нет прошлого, как раз
но скорее всего именно сюда основной, так сказать, пик приложения силы и пришелся. То есть можно сказать, что это вот изначально это место. Но я не знаю. Могу, конечно, не ошибиться, как все нормальные живые люди. То, что красное, вот это масло. Это красное, то, что выходит, это называется шар. Следы шар. То есть это не кровь даже. И это не синяк. Это выход через кровеносные сосуды, ну, скажем так, в плазме взвешены всевозможные разные частицы. Это и гормоны, и нейромедиаторы, там, и элементы крови, там куча всякая, и токсины. Токсины, соответственно, все специально остальная гастрина будет выводиться. А вот полезные, так сказать, вещества, которые организм выделяет, то есть это фактически аутогемотерапия. Организм реагирует на процедуру, и потом в течение 3-5 дней, иногда можно 2 часа все пройти, как, по мере всасывания, организм будет сам себя лечить. Сосуды при этом не рвутся, это не гематом. Вот если бывает случай, что даже ну, в течение там, 1,5-2 часов все исчезает. Вот. Но это, так сказать, сейчас я шел по ходу сосуда, да? То есть энергия в этом сосуде течет снизу вверх. Чаще всего в китайской медицине, классические, тем более классические схемы, сосуд воскребается сверху вниз. Для чего? Потому что у нас, как правило, наверху жарко. То есть весь жар, ян, поднимается в область головы. И в частности, когда проходишь по этому сосуду сверху вниз, и нормализуется и внутричерепное давление, ну там много тонкостей сейчас. А здесь мы уже идем работать по каналу мочевого пузыря. Вот. Антон, я сильно делаю? Да, мне приятно. He like it. No, I'm asking you. Is it not strong? Huh? В зависимости от того, какой нужен организм. Что вы делаете, то, что делаете, то, что делаете, белый пространство? Я ничего с ним, что я делаю, да. Организм сам будет здесь разбираться. А, то есть ваша задача просто выйти наружу? Наша задача, да. То есть сейчас, это первая процедура, я с Антоном никогда не работал, поэтому наша сейчас первая задача – это убрать то, что лежит на поверхности. Потому что способ Гуашака, лечебный способ, в первую очередь, он позволяет раскручивать заболевание вплоть до каких-то родовых травм. Там, в общем. И как на обратную пленку прокручивается, то же самое здесь. То есть вот сегодня мы убрали то, что у него на поверхности лежит, а через 5 дней он придет, уже можно будет ковыряться. Проблемы, которые достаточно глубоко лежат. То родим, то мы все сами делаем. Да, уже в воде начал. А будем война в смысле, вот сам движение и ритмика, да, она для каждого человека строго индивидуальна. То есть это надо просто чувствовать. Более того, желательно, конечно, чувствовать, что вы делаете, то есть какие изменения происходят в организме человека. Видите, насколько здесь я скребу с одинаковой силой, какой здесь канал и какой канал здесь, да, видите, да, то есть он как бы разлился. На самом деле у него здесь что получилось, я вам сейчас покажу. Здесь внутренние и наружные ветки мочевого пузыря канала, они как бы слились вместе. То есть произошло некоторое искажение. Было понятно, почему я сейчас вот сюда закруглил. Да, то есть не пошел так, не здесь не остановился. Нет. Я сейчас прошел по мощному сухожильному меридиану мочевого пузыря. Прям по ходу мощного сухожильного меридиана. Он идет именно так. Допускается работать так, то же самое, но сейчас мне интересно в первую очередь восстановить работу
здесь пострадал. Больно, да? Вот. Видно, да, здесь ничего нет. Можно здесь поскрести, кстати. Здесь может быть как параллельный эффект, может чем дымить. Ну что здесь дымить? Видишь, как видно, да? Ну вот. Поехали дальше. Значит, помнишь, у нас есть место травмы, то мы немножечко более процентов работаем. Для того, чтобы оправдать тему нашего сегодняшнего заседания, казали нарушение. Потому что здесь... Здесь нет ничего, видите? Ну как, в смысле, оно, конечно, есть. Вот это вот... То, что сейчас поднимается, если дышает, поднимаются они с достаточно большой глубины, порядка 10 сантиметров. Чисто механически можно за уши, конечно, натянуть, чисто механически тот же эффект, чтобы не варганили по ходу движения. Ткани, когда нужно лапку, я как бы идет процесс. Ну, может быть, никому точно это неизвестно, потому что китайцам такие исследования проводить, а он не так же начинает работать. Ну, на таком уровне, как это все, почему именно выходят болезни, то есть, может быть, это какие-то более легкие, не знаю, я, честно говоря, не готов для этого посмотреть. Но самое главное даже не это. Самое главное, наша задача это создать определенное мощное раздражение в определенном месте. Для того, чтобы... То есть просто сейчас очень мало времени какие-то теоретические основы рассказывать. Поверьте мне просто на слово, что работа в первую очередь идет с лимфатической и с иммунной системой организма. То есть то, что видно на поверхности, вот это вот страшное для них. Как себя чувствуешь? Хорошо? Сильно кружится? Да, все оператора давно. Давно кружится? То есть вот здесь что сейчас произошло? So far all the things here a little bit, maybe blockage and largest testing. То, что мы немножко подняли. Your age is not bad. It's younger. Получается то, что позвоночник делает вдоль позвоночника, это избыток. То есть это... Веду картинку травму. Веду картинку травму. Это мышечное сухожение меридиана. By the way, пельмени is not actually healthy food. Maybe nice, but not healthy. Healthy food is a lot of vegetables. And never combination meat and bread. Meat and bread is the worst combination. Protein and carbohydrates. То есть есть разновидности энергии. Есть канальная энергия, есть защитная энергия. Защитная энергия, да? Это то, с чем в первую очередь мы работаем, любой массажист вообще работает. То есть то, что идет по поверхности кожи, то, что идет под кожей. То, так называемый полтора. И вот вместо этой защитной энергии заняла патогенная энергия. Да? А возник избыток. Вот этот избыток мы именно, так сказать, сейчас увидим. То есть избытка не было, но, по крайней мере, таких садов не было точно. Хотя бы теоретически у маленьких детишек вообще никаких садов, если они в нормальном состоянии, появляться вообще не должно. Тем более, тем не менее, сейчас есть такие случаи, что таких случаев очень много.
Даже как дисковые грыжи, сейчас обнаружится, действительно, как дети. То же самое, то есть, мы... Спасибо. Да. Как сейчас я чувствую? Right. This was a Gosha with shells and a zamp with them.